Одной из главных тем остается ситуация с гриппом и ОРВИ. Едва ли не каждый час приходят данные о новых мерах по борьбе с вирусом. Так, в Омской области с субботы закрываются все школы. Внеплановые каникулы продлятся минимум неделю. На 10 дней закрылись учебные заведения в Перми. В Саратове на карантине треть школ и 25 детских садов. Отменяются занятия в Тюменской, Свердловской области, Карачао-Черкесии. В Северной Осетии карантин решили продлить до 5 февраля. Там ограничительные меры уже дают результат. Врачи говорят, что только за сутки количество новых обращений сократилось на четверть. В целом по России порог заболеваемости превышен примерно на 30%. По данным Минздрава, от осложнений умерли 107 человек. Подчеркивают важную деталь. Погибшие все до единого не имели прививки от гриппа. Сейчас, говорят в ведомстве, пик заболеваемости уже через неделю она пойдет на спад, а к концу зимы угаснет совсем.